Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома Кандемир, и сегодня делаем реакцию. А реакцию делаем на Ивангая. Буквально недавно вышел у него видосик, он замутил пародию на фараона. Да, на фараона, да, я только что это увидел, короче, а на самом деле, что давным-давно он уже замутил это видео. Мне очень нравится оригинал фараона, именно исполнение от него. Ну, посмотрим, что сделал Ивангай. Получилось ли прикольно у него или так себе. Но Ивангай ютубер от бога, очень хороший ютубер, и надеюсь, что что-то интересное замутил. Ну, а если вы готовы, давайте же поехали, посмотрим реакцию. Супер-пупер-джупер наушники, такой синенький цвет, да. Мне тоже очень самому нравится этот синенький цвет. Блин, такие синяки под глазами. Уф. Давайте же посмотрим видос вместе. Опа, красавчик. Эй, 5 минут назад насрался сосед подъезд. Я видел, как он гадил, это просто мерзость. Четко, ребята. 5 минут назад зажжал сосиску в тесть. 5 минут назад помыл свой старый крестик. И оделся здесь прикольно вообще. 5 минут спустя я заметил больше правой, моя левая ноздря. Именно ему такой стиль очень хорошо идет вообще, четко. Буду жарить свой омлетик с кебом, хватит одного. Выбирать арбузик сложно, надо сразу постучать. Выбирать арбузик сложно. Значит, можно смело брать. Дека написал друзьяшка, может вместе гоу потусим. Гоу потусим. Не прошло 5 минут, цель не сверли. Это просто удар в сердце. Удар в сердце. Продолжаю обновлять. Все друзья были в онлайне ровно на 5 минут назад. 5 минут назад. Я бутал. Ровно пять минут назад. Реально четко, чуваки. И он еще не взял его слова, свои слова, короче. Реально ему идет этот стиль, именно конкретно, круто вообще. Именно такой спортивный такой, знаете, такой. Но не очень такой именно, такой гоп. Короче, не знаю, как объяснить. 5 минут назад. 5 минут назад. Прикупил себе машину, стой, куда ты нафиг едешь, ну серьезно. Ровно 5 минут назад. Слева синий, справа красный, так я выгляжу опасный. Опасный. Опасный, красный, крестный, перекрестный, постный, высокосный. Ровно 5 минут назад. Эта песня мой триумф, принесла известность мне. Теперь я для вас в онлайне буду так же. Ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я ничего не придумал, так и есть такой расклад. Я хотел лишь потусить, а ты тусил со своей мамой. Мне хотелось вместе с вами, это было словно сотню лет назад. Йоу. Где же твои друзья? Это мои друзья. Нам с тобой не по пути, по пути не нам с тобой. Для тебя я был в онлайне ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Четко вообще. Ровно 5 минут назад. Очень нравится. Воняет жесть. 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там, я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад, он был там, я был там. Ровно 5 минут назад. Четко вообще. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Типа здесь они, короче. Ну а такой отходчик такой вообще. Реально гроза. Реально крутой клипчик, чуваки. Идея Ивангай. Оператор Мариана Ро. Текст Ивангай. Минус 3 энергии. Цветок Мариана Ро. Брат фараона Никита Клусто. Реально круто, чуваки. Очень понравился. Идите ко мне, мои любимые. Реально очень
четко замутил, такая пародия, знаете, на фараона, но он вообще реально свои слова взял, короче, не скопировал просто тупо его слова и не зачитал, короче, а именно свои слова использовал. Реально красавчик. Вот про одежду вот еще хочу сказать, вот одежда круто, вот здесь ему конкретно идет вот эта спортивная такая одежда. 20 миллионов подписчиков, 100% гарантированно, так я думаю. И да, ребята, я пиарюсь. Но реально не видел это видео. Хотел именно с вами посмотреть его. И вы сами видели мою сумасшедшую реакцию. Очень прикольно, реально классно. Именно советую вам подписаться на него. Реально чувак делает прикольные видосики. Именно супер-дупер-мупер контент. Вот это такой, знаете, контент, супер-контент. Короче, и снято красиво, и сделано красиво, и... текст написан, короче. Короче, что я столько много разговариваю? Это была реакция на Ивангая. С вами был Рома Кандемир. Я люблю вас, люди. Очень сильно. Очень сильно люблю. Ну а если хотите больше видосиков, просто поставьте лайк. Или как сейчас говорят, лойс. Поставьте лойс вверх. Поделитесь этим видео ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Я буду очень благодарен вам. А еще я создал классную группу ВКонтакте, ссылочка, которая находится в описании. Есть еще и в Одноклассниках группа, но никто не добавляется. Ну, если захотите добавиться, ссылочка тоже есть в описании. Поцеловала, Вася. Пока-пока.